Надеюсь, у меня мышка не забагается в ответственном моменте. А то сегодня ферзя так проймал. Видишь, проблема в том, что еще нельзя поставить паузу, то есть, ну вот ты на таких нюансах. Пауза бы вообще, конечно, сыграла бы роль большую. Да тут вроде как можно ходы возвращать, что-то такое можно там. Не знаю, еще посмотрим. Ну на, разбираться, читать. Вивас, это тут, нет? Вивас. Да, нашел уже. Принять вызов я нажал. Угу. Это белыми, да, игра? Да. Огонь вообще. Голос. Фокус. Могли же ИП начислить, по идее, не разве? Что ИП? Не понял. Я говорю, за ЦЛК 10 оп ИП еще начисляют, 500 ИП. Че вы ливаете? Нормально. Ну, никаких. Ну, будем считать, ЦЛК не работала, значит ИП тоже не будет. Нормально. Ну, че там 500 ИП, че париться? Мы вон во льду десятку ходим, 2 часа там парень, тоже 500 ТП. Да забей на эти ИП, что там, 500 ИП в натуре. Хуйня это все. Ебать, ворд полетел, блин. С ебаным матч-тайпом.
Уже посерьезней, да, партия такая? Угу. Тупанул, пиздец, сейчас проебу из-за этого.
Но чуть не работает. Чё пользу там? Да пока, блядь. Ой, да лучше ситуация. У вас первая партия, да? Ну, вообще технически я как бы выиграл. Дальше ты как бы сдаться должен в этой позиции. Ну, вообще да. Вот. Ну, блядь. Только я не знаю, новичка можно поймать. Я же не совсем новичок, конечно, нуб. Но еще. Ну, тут можно вывести просто игру в патовую ситуацию, понимаешь? Да, это самое главное для тебя, это искать пат. Нет, так а что? Это же, блядь, не поражение. Предложить ничего, слушай. Ты отказался от ничей? Конь скользкая фигура, да? Да, пиздец какая. Ну что, в шахматы играете? Да. Так, любители или норм? Так, любители. Я чемпион будущий мира. Вот не пизди. Блин, у меня тут столько проводов на возле компьютера, просто пиздец. Танцы с бубнами называются. Где играете, вы поле есть? Твоя позиция централизовал мне короля. Вечный шар хочешь. Так, блядь, а хули тут еще делать? Тут надо на батл выводить, тут никого не съесть, нахуй, ни пешку, никого, блядь. Тогда вот так. Давай. И когда он объявил мне шах, обнажил я бицепс ненароком, даже снял для верности пиджак. Ход конем, да. Мистер Андерсон, вы удивлены, что мы снова встретились?
Пешка с ферзем против ферзя, коня, ладьи и четырех пешек. Это смешно. Все серьезно, нахуй. Так, допустим. А если вот так? Ну тогда... Вот так. Что-то за ферзя надо будет, конечно, отдать. Да может даже и за пешку. Это да. Пешечная структура у меня классная, конечно. У тебя хорошо фигуры стоят, блядь. Ну, под защитой каждая фигура. Кроме этой. Но у тебя тогда минус пешка. Да. И ферзь не активен. Так что эта пешка ничего не стоит. Пиздец, ситуация нахуй. Ну ты ее в любом случае скушаешь, эту пешку, поэтому тут, блядь, хуй его знает, только так ходить. Это сейчас вообще ход непонятный был. Размен. Ну, блядь, такой себе размен. Да, кстати. Как бы, ну, ты, блядь, я не знаю, что ты сделал сейчас. Это пиздец. Так ты сейчас проебёшь, поэт. Кого взять, нахуй? Ферзя второго можно взять? Да, можно. Серьезно? А что ты ладью взял? Ну там горел ферзь, я не знаю, я не стал на ферзя нажимать. Два ферзя так-то заебись было. Не знаю, мне ладья вообще любимая фигура. Ну, после коня конь, конечно, самая любимая. Но здесь будет все-таки целесообразно играть с ладьей, мне кажется. Давай, что там? Ну, твой ход, наверное, не или мой. А, да. А что сейчас случилось? Мат или что? Да, мат, конечно. Ну смотри, ну пешки смотрят. Да ладно. Лол, ебать. Ебать, лол. Не, я не знал. Нормально. Будь я вообще четким шахматистом, я бы видел этот мат. Но просто я не все маты вижу. Естественно, видел. А ты что же не увидел? И съел там все. Я вообще не увидел. Если бы я увидел, я бы не ладью бы взял, а я бы королем бы сходил куда-нибудь там. Да, ну давай тогда реванш. Давай реванш. Будем играть. Что-нибудь новое
Вау, ебать. Проебал нахуй Владимирович. Угу. Ебать, вот это я тупанул. Бля, ну тут один только ход, это пиздец. Чей ход, мой? Ты бы видел, что сейчас произошло. Чё такое? Короче, тут есть функция, типа заранее ход поставить. Я хотел коня срубить, но я понял потом, что ага. Ты короля-то рядом поставишь, и минус ферзь был бы сейчас. Просто в последний момент щелкнул обратно, типа. Охуеть. Давай так, что ли? Пешка очень опасная. Даже... Пешка пиздец какая. Я не знаю, что ты на нее забил. Но она все еще ты ферзь. А может и не ферзь. Конь. Конь.
Какая партия у вас уже? Это вторая. Конь, кстати, у тебя, по-моему, попался, да? Ну, почти, да. Че вот ты сейчас будешь делать, чтобы его освободить? Угу. И что это у нас? Нападение на пешку, что ли? Ну, я сначала так. А потом вот так. А потом вот так. Ну а потом... Сука. Ну что, тут мат ставить надо, один ход делаешь, мат. Один ход говоришь? Ну-ка давай сейчас. А, нет, наебал тебя. Нет, один ход же верно. Нет. А, нет, нихуя, сердце перекрывает этот слон. Так, ну-ка. Да, перекрывает ферзя. Ну просто шах тогда. Тогда сделаем обратно. Откроем и сейчас подумаем немножко. Так, значит, у нас есть такая тема. Вот такая тема есть у нас. Так. Такая тема. И, конечно, в уголке было бы лучше, но да ладно. Бля, такой ход хороший, конечно, ты сделал, пиздец. По-моему, сейчас один ход и тебе... А, нет, блядь. Блядь, ничего нет. Тут можно, блядь, немножко по-другому сделать, смотри. Вот так. Пару фигур выиграть. Да, блядь, заебись, нахуй. Просчитал ход. Там конь стоит. Я начал сдаться. Ой-ой-ой. Это пиздец, нахуй. Давай еще раз. Давай, сыграем еще, и я пойду жрать, короче. Ага. Так скажу. Сука, я начала. Дебют гуся, блядь.
А ты не видел с ферзем, что ли? Так, что тут вообще, да? Ну да, что-то хуйня какая-то.
Все. Все, держи нахуй. Че у вас там? Ну, проиграл. Так, Славик, я пойду быстренько покушаю, и потом можно еще поиграть. Ты сегодня там в рейды ни в какие не идешь? Не знаю, если будет, может быть, пойду, смотря какой рейд. Я понял. Ну сейчас я похаваю, короче, минут 10.